Здесь она и началась. История Кэндимена. Он был местным, любил гулять по району и угощать детей конфетами. Но однажды дети нашли в сладостях лезвие. Вызвали полицию. Тогда я и узнал, что такое страх. На колени. Руки вверх. Руки! Его били, пытали и в итоге застрелили прямо у всех на глазах. Спустя несколько недель конфеты с лезвиями появились снова. Выходит, он был невиновен. Так он существует? Не он, а они. Это рой проклятых душ. Если ты здесь только ради Кэндимена, мой тебе совет. Беги. Она и началась. История Кэндимена. Он был местным, любил гулять по району и угощать детей конфетами. Но однажды дети нашли в сладостях лезвие. Вызвали полицию. Тогда я и узнал, что такое страх. На колени. Руки вверх. Руки! Его били, пытали и в итоге застрелили прямо у всех на глазах. Спустя